Школа номер 148 носит имя героя Советского Союза, командира эскадрильи 508-го истребительного авиационного полка Василия Михалева. Василий Павлович прошел серьезную подготовку в годы войны в Ульяновской школе летчиков. После этого попал на фронт. Вместе с боевыми товарищами он сражался на Курской дуге. Дошел до Австрии и закончил войну в Вене. Его наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, а также орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. На торжественную церемонию открытия стелы летчикам пригласили сына героя. Во-первых, хотелось выразить большую благодарность директору школы, всему педагогическому составу и всем учащимся за ту большую работу, которую они проделывают по патриотическому воспитанию в своей школе. По словам главы Ленинского района Елены Бондаренко, память о героях Великой Отечественной войны нужно сохранить для будущих поколений. Юноши и девушки не должны забывать о подвигах советских солдат и офицеров. Дизайн-проект был разработан архитектором районным. Он очень нравится подрастающему поколению, школьникам, которые учатся в этой школе. И мы надеемся, что память о героях-летчиках всегда будет в сердцах нынешних и будущих поколений. На торжественной церемонии выступили военные, представители городских властей и юнармейцы. Школьники подготовили для гостей творческие номера и исполнили патриотические песни. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.